Сотрудники полиции задержали три человека по делу о наркоторговле. В мае прошлого года 32-летняя улан-удэнка начала заниматься распространением запрещенных веществ. Вскоре к женщине присоединился сожитель со своим другом, а после и вовсе ее 15-летняя дочь. Полиция установила причастность банды к 15 преступлениям. У наркоторговцев изъяли почти 1500 доз. Их стоимость на черном рынке более 3 миллионов рублей. На данный момент мужчины заключены под стражу, женщина под подпиской о невыезде. Несовершеннолетняя девочка проходит по уголовному делу как свидетель. Обвиняемые ранее были судимы, сейчас им грозит вплоть до пожизненного заключения.